Проблемы качественной литературной критики обсудили сегодня за круглым столом в Национальном художественном музее. На мероприятии собрались писатели, поэты и критики республики. Участники обсудили, какой должна быть критика и ее профессиональные критерии. Писатели и поэты также затронули вопрос интернет-критики, ее пути развития и места в якутской литературе. Вопрос критики на сегодняшний день является очень актуальным. И, видимо, он очень назрел. Сейчас очень много желающих обсудить этот вопрос. Я думаю, обсуждение будет плодотворным. В республике проводится несколько конкурсов для литературных критиков в этом году. И мы надеемся, что это начинание будет поддержано многими сторонами, поскольку литературный процесс требует профессионального, грамотного обсуждения. Но критика, она должна выполнять свою миссию, просветительскую миссию, знакомить читателя с книгами, с новыми изданиями, пропагандировать чтение, популяризировать качественную книгу.